Чувствуете? Чувствуете, ребят, этот запах годноты? Вот как будто годнота подъехала такая мощная, увесистая, и вот это она. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Нейтгвард. Ну что ж, ребята, состоялся релиз Resident Evil 2, ремейк его, собственно, реверсии, то есть переиздание той самой доброй, старой, охитительной игры с 98 года, которая, так сказать, уже прошла огонь и воду, и в нем многие играли, на ней целые поколения выросли, на ней целые, так сказать, сегменты игр выросли, и вот, ребята, ее ремейк-версия. Просто потому, что Resident Evil — это вселенная, которая имеет под собой огромную фан-базу, вот только проблема в том, что многие стали отмечать, что в последнее время, вот... Вселенная свернула не туда, именно игровая вселенная свернула куда-то в сторону экшона, уперлась в дикие замесы, а Обитель зла, ребята, это не про это. Обитель зла — это survival horror, то есть когда ты боишься, но боишься не за каких-то там скримеров или вот какого-то прямого страха, а боишься, потому что не хватает патронов, аптечек, вот это все угнетает тебя. Ты как бы знаешь, что нужно пройти вот как бы просто по коридору прямо и открыть там дверцу, все будет хорошо, а ты не можешь пройти, потому что там как бы там монстр, ты знаешь, что он там есть, но как бы пройти не можешь, потому что нет патронов, ты не можешь его убить, он тебя пугает, это бесит, угнетает атмосферу, и вот это все, ребята, про Обитель зла. И вот возвращаемся к истокам. Слушайте, на самом деле, наверное, не буду про эту игру особо рассказывать, потому что люди, которые в нее играли, они про нее, наверное, уже все знают. Давайте просто начнем, потому что я эту игру очень ждал, хочу в нее поиграть. Единственное, скажу, ребят, сразу, я ее вообще не помню. То есть я последний раз ее проходил в диком-диком детстве, это было настолько далеко и давно, что просто все забыто. Я помню, что здесь была история, единственное, что вот она разделялась на две, то есть можно было играть за Клэр и за, собственно, Леона, поэтому не знаю, как оно сейчас будет сейчас, но вроде как должно быть, в принципе, так же, то есть разбиение именно игры на два сегмента. Об этом, ребят, об игре все, давайте просто начнем. Надеюсь, атмосфера будет стоящая. Так, у нас здесь настроечки, пройдите кампанию, познайте кошмар. Давайте познаем кошмар, почему бы и нет. Пройти кампанию, история. У нас там всякие бонусы были, типа доп-контент за предзаказы и так далее. Я там ничего не ставил, то есть как есть, так есть, чем менять не буду, хрен бы с ним. Так, история. А продолжить игру, так я ж не начинал еще ни во что, или это с демки осталось. Есть выбор костюмов. Опа, обычные костюмы, это мне что-то дали, что ли? Нуар. Ни хрена себе, мафиозник. Шериф Арклей. Ну, такое себе, на самом деле. Я, наверное, оставлю обычный, слушайте. Обычный парняга такой вот реально похож на парня, который только прибыл на работу. Потому что, ну, вот это просто, это техасский убийца какой-то. Это не знаю, это мафиозный убийца из Нью-Йорка годов, так, наверное, может быть, 20-х прошлого столетия. Я не знаю, что-то страшное. Как-то не похоже на новичка, поэтому оставим как есть. Так, а у Клэр нас здесь что? Военные. Ну, это, конечно, сексуально, но, опять же, нет. А это вообще не вписывается ни в какие рамки, поэтому... Тоже какой-то детектив такой, но... Это как бы нуар, все, я все понимаю, как бы, наверное, под время, то есть, но... Нет, оставим все как есть, так сказать, в обычной версии. Сюжетные костюмы, все, пусть будет как будет. Новая игра. Так, вот, все-таки есть, ребята, разбиение на две кампании. Наверное, для начала пройдем из-за Леона, хотя вроде как, в принципе, в основе всего этого лежит Клэр. То есть она как бы, ну, все знают, фамилия знаменитая, да, то есть Редфилды, вот эти вот ребята, они в Обители зла много чего значат. Но, наверное, будем играть все-таки за Леона, потому что за него уже начинали, интересно за него продолжить. Вокруг этой ментовки крутиться с зомбарями и так далее. Так, Клэр Редфилд живет совершенно обычной жизнью и даже не подозревает, что совсем скоро эта жизнь превратится в кошмар. Ну, потом узнаем, как говорится. Леон Кеннеди. После нескольких дней радиомолчания с нового участка, Леон Кеннеди решил отправиться в Ракун-Сити, чтобы разобраться, в чем дело. Он еще не знает, что его ждет. Ох, братан, лучше ты, конечно, не поехал, но раз уж поехали, то давай разберемся, что у нас там произошло. Так, вот, уровень сложности. Вот тут прям сразу с двух ног я сейчас себе сломаю челюстуху, потому что я поеду на хардкоре. Для сохранения необходима цветная лента, без автосохранения сильные враги. Я что-то хочу, вот не знаю, вот мне хочется запотеть на хардкоре. Прям у меня острое желание, упрощенный, для игроков, мало знакомых с играми, нет, обычной игровой нет, я хочу прям хардкор, прям чтобы было вот, чтобы прям сложно было, чтобы прям вот вылезало, так сказать, все из глаз от сложности, поэтому хардкорище. В режиме хардкор для сохранения нужны цветные ленты, кроме того, функция сохранения здесь отключена. Я согласен, погнали, просто. Будет жесткий замес, ребят. Надеюсь, вы меня поддержите в этом начинании, потому что я чувствую, я буду потеть.
She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now, how many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on her. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse, like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy, calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. Watch out, somebody. Oh, come on. Just getting good. One's around. That's weird. Ага. Осмотритесь вокруг. Ну, слушайте, ребят, все, игра, короче, плавно перетекает из ролика в саму игру. Блин, ролик был просто бомбезный. Я бы еще посмотрел. Интересная история, что стало с тем мужиком и что сейчас будет интересно с нами. Так, ну что ж, давайте осмотримся. Функционал бег, это я все понимаю, это все хорошо. Слушайте, все-таки, как знаете ли, вот за него интересно играть, за Кеннеди, за Леона Кеннеди, потому что он это глоток свежего воздуха после... Ну, скажем так, есть второй парень основной, Крис Редфилд, но, чтобы вы понимали, Крис это двухметровый такой шкаф, весом килограмм, наверное, может быть под 120, который просто вбивает зомбарей на прогиб, прям головой в бетон, ему не страшно. А вот за такого новичка поиграть, это прям то, что нужно. О, нас окатило водичкой. Слушайте, ну, покажешь, смотрится это, конечно, очень круто. Ладно. Так, ну мы прибыли на заправочку, на которой все разрушено и... Кровища у двери. Что может быть плохого? Да ничего. Тьфу. Единственное, я надеюсь, что у нас есть все-таки оружие. Мы, как-никак, офицер полиции. У нас должен быть ствол, потому что если нет, у нас большие проблемы, Крис. О, Крис. Да, вот теперь я буду вспоминать Криса, ребята. Как ни крути. Ладно. Леончик, все, собрались и пошли. Ага. Ну, надеюсь, он там один. Если один, то мы, в принципе, можем убежать и все. Кстати, мы машину-то поставили на... Я сейчас даже... Я пойду проверю. Мы поставили машину на заправку или нет, чтобы потом свалить. Ты заправляешься? Мы еще и не заправляем. То есть кончится бензин на полпути, и нас тоже какие-нибудь, знаете ли, бабищи посреди дороги сожрут. Anybody here? Hello? Anybody there? Oh.
Обожаю эту фразу. Something's not right. Фонарик получили на халяву. Тоже приятно, знаете ли, ищите ее во всем позитив. Ой, я слышу нехорошие звуки, эта штука еще здесь. Уже, если ей нужно было просто что-то затарить, там, не знаю, купить батончиков, то я не против ее оставить. Я бы еще зажигалок понабрал, то мало ли что. Так, давайте осматриваться тщательно, у нас все-таки хардкор режим. А? Что за звук, мать его, как будто кто-то шифер насилует. А! Опа. Так, вот сейчас самое время из своей кобуры достать пистолет. Леон, давай. Вот, вот, сейчас вот. Don't move. I'll be back for you. А, то есть просто какой-то окровавленный лысый мужик тебе указывает пальчиком на дверь, и ты такой, а, пойду посмотрю, почему бы и нет. Ой, что-то у меня плохое предчувствие. Ну, сейчас я проверю, я к тебе вернусь, не переживай. Вот зараза лысая, очкастая. Вот я так и знал, что не стоит ему доверять. Вот подлюка. Hey, what are you doing? Пути назад нет, только вперед. Здравствуйте. У вас что-то глаза мутненькие. Вы сегодня, может быть, пили? А, вот, есть все-таки ствол. Отлично. Так, тихо, 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 я буду стрелять, падла. Пошел ты в задницу. Пошел в задницу. Блять, промах. В задницу пошел. В задницу. Да в смысле? Какого хрена? Что за... Твою мать. Сука, он еще и встает. Да ты издеваешься. Да ёб твою... Какого хрена, блядь? Слезь с меня, паразит чёртов! Хороший завтрак у паренька. Знаете ли, два офицера за раз. Там по акции шел 1+1, поэтому первого сел, второго бесплатно. А какого хрена не было подсказки, с помощью какой функции я должен отбиваться при поджиме зомби? Она просто есть, я знаю, но мне не подсветили, я не помню, на какой на клавиши. И какого хрена от трех выстрелов или четырех в голову эта собака выжила? Ох, я чувствую, это будет интересное прохождение, такое хардкорненько. Так, ладно, все, никаких, так сказать, игралек, просто гасим его. Просто на полную. Все, что есть, все раздаем в голову. Пошел в задницу. В смысле ты не... Какого хера? Я не понимаю, падла. Ты сдохнешь или нет, слышишь? Да какого... Какого черта? Да в смысле? Он просто встает. Я, конечно, встаю. Тихо, тихо, тихо. Так, 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 так. Так, это что такое? Это ключик. Это просто ключик. Так, быстро, это сюда. Просрали все патроны. А, снаряжение. А, куда валить? Здорово, мужик, ты где? А где он? Куда он делся? Непонятно. А! Здорово! Так, тихо, тихо, тихо. Открываем дверцу, просто сюда сваливаем. Нахрен. А, это тут нет ставки под ключик. Нет патронов. Так, я что-то не понимаю, слушайте, что я не раздупляю. Так, 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 так. Ёб твою, это что за контратака с его стороны? Да пошел ты в задницу! Какого хрена? Офицер, я это, бросаю вас, простите меня, пожалуйста. Тут просто бесшансовая ситуация, патовая. Так, ключик, я знаю, использовать ключик. Быстро, использовать, да. Нахер, нахер, сваливаем отсюда. А, там сейчас второй этот еще лысый будет. А, еще один! Блять, у нас проблемы. Серьезные? Здорово. Ну не надо. Зачем ты это делаешь? Опа. Тихо, тихо, тихо. Обернись, мать твою. А, то есть здесь он падла умер с одного выстрела.
с пистолета, в котором не было патронов. Угу, нормально. Проверяй. Да, спасибо, все в порядке. У меня только шея покусанная, вот там кровища. Все в порядке. Угу. Так, у нас машина слева. Давай просто в тачку. Просто в тачку. Угнали машину офицера. Это не моя машина. Это статья. I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Looks like we're walking from here. Yeah, good call. Leon, you gotta back up. What the? Holy shit. There, get out. Get out now! Be there!
Ох, пошел экшончик. Не, я, пожалуй, не буду с ними разбираться. Это настоящее безумие. Это просто задница. Есть несколько, так сказать, слов. Первое. Это просто лучшая заставка во всем мире. Вот с полетом в город и с надписью Resident Evil 2. Я просто охерел. Второе. От взрыва бензовоза, так сказать, с бензином. Тут бы разорвало все настолько в хлам, что... Ну просто, я не знаю, мы бы не выжили никак. Ну, конечно, если мы были, не знаю, Терминатором или Росомахой из Адамантия, возможно, у нас шансы бы и были. И второе, я просто в ахере от этого всего. Это смотрится настолько сочно, что у меня слов нет. Это просто... Это Resident Evil 2. Все, погнали. Хорэ пиздеть. Так. Здесь патроны. А, у нас по нолям. Вот отлично, история продолжается. А я тут надеялся на пистолет. Survival horror, ребята. Добро пожаловать в ад. Женщина, у вас нету патронов? Ну, вдруг в кармашке завалялось. У меня было вот самое то сейчас. Блин, столько машин полицейских. Что, ни в одной нету, что ли, патронов? Твою мать, что ты там отрыгиваешь-то? Тихо, лежи, мне встаю. Да, 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 я все... А куда мне идти-то? Стоп. Я просто хотел пройти мимо. И закрой. Молодец. Хорошие ворота, они, в принципе, должны выдержать. Угу. А, ну все, мы уже у полиции, да? То есть, вот так просто. У меня только один вопрос. Леончик, а как насчет того, что ты закрыл гребаную дверь, а вокруг нас огромный несущий бетонный забор со штыками, и это единственный вход, собственно, в участок, а ты ждешь Клэр, которая явно сюда еще не пришла. Да просто это подстава, типа, Клэр, увидимся в участке, но я, пожалуй, вход закрою, как-нибудь там придумаешь, не знаю, там, перелезешь через верх, там, акробатический пируэт сделаешь, на парашюте спустишься, это, типа, не мои проблемы, да? Так, что у нас здесь? У нас здесь цинковые мешки с трупом. Ага. Несколько таких. Понятно. Ребят, ворота не ломаем. Бляха, нет. Не казенные. Ой. Ой, какой. Ну, ребят, здесь мы уже бывали. Осмотритесь вокруг. В бета-версии. Так. Я теперь совершенно точно знаю, что если пойду направо, вот туда... Меня там примут, Hello? Is anybody here? Меня там примут ребята, вот, а я без патронов, и это меня очень, так сказать, тяготит. Это первая лента, так понимаю, цветная лента, две штуки, ага, все, вот они, сохранялочки. Не, ну, наверное, пока сохраняться не буду. Хотя, если я умру, это будет настолько, ну, я буду потеть. Я буду жестоко потеть. Так, это просто ящик, в нем сейчас нету нихера, да, я так понимаю? А, нет! В нем есть, так, клинок самурая модель Альберта. Кстати, Альберт это просто имбище. У нас обычный пистолет 12-зарядный. 15-зарядный. Они все 15-зарядные, то есть они все, в принципе, похожи. Только модель Кариса, модель Джилл. Кстати, вот этот Альберт, он мне нравится. Я хочу взять себе, наверное, вот этот. Они не на какой калибр? 9-миллиметровки? А, ну тогда все, я просто выложу этот, хранить. Вот, а этот возьму себе сейчас туда в руки. Я же могу взять в руки? Подожди, какого поставить слот? А, он на цифру 4 у меня стоит. О, он очень красив, но на нем нет патронов. Так, что у нас здесь? Raccoon City Police Department. Глобальная сеть. Так. There has to be someone here. У него есть патроны? Not good. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements! East hallway! I gotta find that guy. Так, ну это правые коридоры, я помню, где это. Восточное крыло. Да-да-да-да-да. Так, значит, расклад такой. Из памяти быстро накидываем сейчас себе... В голову, так сказать, в основной отсек, в сознание. На втором этаже, я помню, были патроны. Это совершенно 100%, так сказать, точно. Это я потом расшифрую, когда получу записки от этого паренька. Так. Тут совершенно 100% неоспоримо были патроны, потому что без них, ну вот, если совсем без них, это бессмысленно. То есть меня изнасилуют всей толпой и все, и разорвут. Вот они. Вот они, мои родные патрончики. 5 штук! Ох, ребят, я начинаю ощущать прям жесткое давление со стороны режима хардкор.
У меня нету автосохранения вообще? Вообще нету. Вообще. То есть сейчас, если я умру, я буду с самого начала. Это раз. Во-вторых, 5 патронов. 5. Что такое 5? Предыдущий парень впитал в себя 10 и не умер. Мне кажется, конечно, игра предполагала то, что я не буду убивать его. То есть просто свалю на пол и свалю, но из участка, так сказать, из этой пиццерии. Но я решил с ним до конца, и поэтому просрал все, что было. Ну, учимся на своих ошибках. 5 патронов, ну... Не скажу, что я стал шибко уверенным в себе, но... Блин, ну что это такое? Ну это департамент полиции, ну... Ну нету ни хрена. Вот нету ни хрена. 5 патронов, и на этом все. Может, все-таки сохранится? Да ладно, выживу, че я? На хардкоре, на мужика пошли. Давай. Keep out. Угу. Осторожно. Все, обратного пути нет. Сейчас просто представьте, что творится у него в голове. Ведь он уже видел такую кровавую баню, вот один в один по замыслу и стилистике. Только что в заправке. И сейчас он видит то же самое, только в том месте, на которое он рассчитывал. Он надеялся, что здесь спасение. Мне кажется, это давит ужасно на мозг. Так. Альбертушка, родненький, тащи. Я надеюсь, ты мощнее, чем обычный 9-миллиметровый. Я в это верю. Да. Кстати, теперь возникает вопрос, а есть смысл воевать со всеми этими тварями, если они такие мощные? Может, просто бегать? Хотя пространство чертовски узкие. Чертовски узкие. Так. Пожалуйста, не вставай, я не готов сейчас. Ни морально, ни физически, никак вообще. Боезапас на нуле. Вроде бы он лежит. О, под ним патроны. Тихо. Тихо ты, ё-моё. О! Десяточка? А, это то есть... А, всего 10. А, нет, стоп. Это я... Ох, там у него хорошая пачка была. Все, у нас есть полная обойма. Вот теперь я чувствую более уверенно. В принципе, готов поразвлекаться с одним зомби максимум. Один на один. Вот, на мужика. Чисто разобраться с ним. Поболтать. Там, чай, кофе, потанцуем. А вот копиво полежим. Ну, похоже, на этом все. Блин, так хочется смотреть вообще все. Каждый уголочек пощупать, потому что нельзя пропускать ничего ровным счетом. Плохое место. Лечебный спрей в туалете. Пригодится. Да. Это немножечко, так сказать, лицо уже оторвали. Кстати, я никак вообще... А, я целый. Я... Все, у меня состояние хорошее. Я понял. Все окей, не вопрос. Если я сейчас целый, то все в порядке. Регенерировался, так сказать, пока ехал. Регенерация штука хорошая, особенно когда как у Росомахи. Но у нас чутка послабее, поэтому... я не хочу туда идти, но там же написано «жопа». Может, просто попьем кофе и уйдем туда нахер? Леончик. У нас, конечно, Альберт, я понимаю, он в руках, у него полная обойма, но, бляха, тут надо 2 Альберта, еще позвать Аркашу. Он же Калашников, Аркадий. Может, подойдет? Нет, ну я рассчитывал, мало ли.
Иду, 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 да сейчас, подожди, я знаю просто, что будет дальше. Да, закрыто. Здравствуйте, товарищ офицер. Сейчас, сейчас я открою, секундочку. Твою мать. Так, здесь нету ни хера, да, больше? Так, блокнот офицера. Да. Здесь у нас, так сказать, полный перечень того, как выйти из участка. Way out, парковка, спуск, собственно, вниз, в подземное помещение. Это все хорошо. Выход с помощью трех статуй. Раскадровки этих статуй. Одну из них мы видели. Хорошо. Так, ладно. Значит, каков расклад? Расклад таков, что просто сейчас валим. Правда, я не буду сейчас даже воевать. Потому что это будет все патронов в никуда. Да, да, да. Ну, говнюк, заходи. Да ёп! Какого я успел? Ну, какой-то сумасшедший реакцию я успел это сделать. Да упади ты! Вот, все, все, просто упал. Все остальное не важно. Все остальное просто не важно. Да, 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 да. До свидания. Вот. Привет, пацаны. Альбертушка! Оттащи. Альберт! Я просрал все патроны с Альберта. Да упади ты. Все, у нас нет патронов, просто пробегаем. Просто пробегаем. До свидания, я знаю, там сейчас мужик толстый вылетит. Но нам сейчас не до него, у нас нет патронов. Альберт. Просто, да-да-да-да-да-да, это плохое место. Чертовски плохое место. Блять. Пути не путю. В принципе, я мог сделать то же самое, когда спасал предыдущего парня, но я так не сделал. Я не в порядке, я просрал все патроны с Альберта. Я опять на нуле. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant, I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out. Or you run. Got it? Yes, sir. Боевой нож. А, слушайте, может быть, мы не могли отбиваться вблизи от врагов, потому что мы все-таки не за Криса, мы слабенькие.
И нам, чтобы оттолкнуть врага, нужен был нож. Так, выберите на экране снаряжение. Нож со временем изнашивается и ломается, когда... Ух, нифига себе, нож еще и ломается. Так, взять на изготовку, собственно говоря, на Space. Отлично. Можно применить для контратаки. Если враг вас схватил, вот. Но вернуть оружие можно будет только после победы над врагом. Понятно. Мы не могли отбиваться просто потому, что мы слабенькие. Угу. Так. Ножик это хорошо. Ножик это прям неплохо. Достать доп. Оружие. Ну, а теперь у нас есть ножик. Можем отбиваться. Так. Слушайте, сейчас тогда что, открываем вот этот вот тайничок первый, я так понимаю. Наверху, да, медальон? Сразу, чтобы не медлить. У нас есть блокнотик. Почему бы этого не сделать? Так. Открой блокнот. А где он? А вот он, блокнот офицера. Лев, колосок, птичка. Примерно понял. Так, лев. 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 Потом какой-то колос. Я тебя видел. Ага, и птичка. Ага. Ну, это было очень просто. Ну, это, ребят, первый медальон. Он таков всегда. Первый, он кажется, что вот, ну, это просто игра подарила нам. Дальше будет все гораздо интереснее. Так. Угу. Использовать. Ну, вот, теперь мы видим, что это не обман. Снизу реально есть что-то вроде шахты лифта и прохода вниз. Так, знаете что, ребят, я предлагаю вам пока завершить первую серию, такую, так сказать, пилотную, входную. Это было просто потрясающе. Сейчас, наверное, все-таки я сохранюсь, потому что будет впадло умирать после, так сказать, такого приключения. Единственное, ребят, реально, это старый добрый Resident Evil 2. Именно survival horror. То есть не получится, скажем так, в раскидную всех гасить, всех зомбарей, просто нам игра не даст. Они очень живучие, они очень сильные, они нас быстро сгрызают. Их очень много и у нас очень мало ресурсов. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки и пока-пока.